Всем привет! Вас рады приветствовать клуб рыбаков и я, Михалыч. Сегодня 1 апреля. В Украине начался нерестовый запрет. И теперь придется нам склоняться по платниках, по ставочках, по озерцах, по малых реках, где можно рыбачить. И так долгих 2 месяца придется ждать. Не люблю я эту рыбалку по платниках, намного интереснее на Днепре. Ну, увы, никуда не денешься. Так вот, у нас пару дней назад наступила снова зима. Пришла снова зима. Ну, вроде как бы попустила. Вот вчера растаял снег, и сегодня я решил выскочить, попробовать побросать на судачка. Сейчас посмотрим, что нам это даст. То есть, что у нас с этой затеей получится. Надо же что-то ловить. Правильно, друзья? И вам, я думаю, будет интересно. Ну что? Итак, моя снасть. Спиннинг Graffiti Leader Tiro. Катушечка Shimano Sustain. Нитка Daiwa Tournament. Как она правильно называется? Daiwa Tournament Sensor. Оранжевый цвет. Потому что они еще есть и зеленые. Как на меня, на сегодняшний день, это лучшая нитка. Это не реклама. Так. Это мои выводы из моей практики. Значит, нитка Daiwa Tournament с разрывной нагрузкой 4 ЛБ. На наших ставочек хватит. Я ее вытягивал судаком на 4 килограмма без проблем. Щуку на 7 килограмм брал. Так что, если с головой, можно нормально ловить. Так, я использую флюорокарбоновый поводок. Флюорокарбоновый поводок 0,26 мм. И начнем мы с моего любимого манса. Здесь у нас рыбка такая без понтов. Она больше всего, ну как на меня, как мне показалось, любит здесь у нас манс. Вот с него мы и начнем. Ну что, первый заброс. Ни хвоста, ни чешуи. Да, головки я использую 5-6 грамм. Птички поют, красота, уже чувствуется весна, что уже к нам приходит настоящая весна. Фу, не клюет, а должен. О, кто-то роется там. Так. Первый заброс холостой. Но это хорошо, потому что если поймаешь первую рыбу, на этом все и кончается. На этом все и заканчивается, как показывает практика. Так что первый заброс холостую. Но ничего, рыбачим дальше. Ох, как хорошо летит с тонкой ниткой. Давай. Клювай. Судак еще спит, наверное. Так. Так. О, мой флюорокарбончик. Гамакацу. Да, он не 20, не 0,26, а 0,28 мм. С разрывной нагрузкой 5 кг. Так, что у нас есть заряженный? О, вот сиренька. Вот Crazy Fish. Вот я взял пару пачек Crazy Fish. Хочу... О, вот. Это не реклама. Хочу просто попробовать, что он скажет у нас на ставке. На Днепре на Crazy Fish в том году очень неплохо отзывался судачок. Вот сейчас попробуем мы его здесь. Начнем с такой сиреневого твистерка.
О. Так, манс. Да, многие спрашивают, почему я люблю манс. Платят ли они мне за рекламу? Так вот, друзья, за рекламу мне пока что никто ничего не платит. Ловлю на то, на что у меня ловится. Поэтому вам и рассказываю. Манс на манс. Да, между прочим, в этом году на манс неплохо попал по карасю на Днепре. Пробуем Crazy Fish. Сиреньку. Будет он тут жрать, не будет ее. Давай. Пока не хочет. Только выключил, сказал, пока не хочет. И сразу же и поклевочка. Что-то небольшое там. Наверное, окушок, как на меня. Или маленький судачок. Эй, ты такой. Только сказал, не хочет, и сразу и клюнул. Клюнул на Crazy Fish. Ох. О, братан. Такой. Грамм 700. Шахтер. Шахтер. Иди сюда. Клюнул недалеко от мостика. Ну давай, или отцепляйся, или иди сюда. Или не дергайся. Опа! Хо! Третий заброс, и рыбка в лузе. И шар в лузе, как говорят. Вот такой хорошенький судачок. О, блин, где-то, наверное, в сетке был. У нас еще и сетки ставят. Красавчик? Красавчик. Вот. Иди, стоять. На силикончик от Crazy Fish. Работает, значит, и у нас. Манс бросал 0. Она так. Первого отпускать нельзя. Первого отпускать нельзя. Первого, значит, берем. Запомните, это такая примета. У меня в группе там есть приметы рыболовов. Первую рыбку, даже если она маленькая, отпускать нельзя. Потому что не видать вам потом счастья. Отпустите потом лучше. Ну, такой судачок грамм 700-800. Я его сейчас, наверное, свешу. Сейчас возьмем веса и свесим. Свесим, сколько он точно потянет. Так, вот веса. Ну, сколько тебя здесь? Ого! Килограмм. Да нормальный судак, я думал грамм 700. Вот, 940 грамм. Красавчик. Ну, килушечка, это уже прилично. Как для первого. Ну что, первая рыба у нас есть. Начало есть. Я думал, такой грамм 700. А он оказался кило. Без 60 грамм килограммчик. Клюнул на Crazy Fish. На твистерог от Crazy Fish. Так что не только манс. Вот видите, и Crazy Fish работает. Так, ну что. Поехали дальше. Пока что только начало рыбалки. Судачок уже берет. Так что, друзья, не сидим дома. Бегом встали с дивана и на рыбалку. Все на рыбалку. Рыба ловится. Еще такой момент. Друзья, это видео не есть рекламой водоема. Так что поймите меня правильно, не задавайте глупых вопросов.
Я был весной на рыбалке в Украинке. Выложил это видео в сеть. Через недельку приехал туда. Я никогда в жизни не видел, сколько лодок на Днепре. Ну, минимум 50 лодок ходило. Минимум 50. До этого вообще там редко я видел, чтобы кто-то рыбачил. Это 50 лодок. Мне люди маты гнули за то, что я сделал такую рекламу украинке. Так что это видео не является рекламой водоема. Это, так сказать, отчет с рыбалки. Ну и для кого-то может быть что-то познавательно. Для кого-то нет. Так что извините, простите. Такие вот дела. Судачок ловится. Ищите свои водоемы. И там его и ловите. Если у вас таких водоемов нет, ищите заброшенные речки, заброшенные водоемы, запускайте туда свою рыбу, и через пару лет будете там ее ловить. Я раньше так и делал по щуке. Есть у меня два озерца, но я еще пока их не распаковывал. 3 года назад я запускал туда рыбу. А почему напустил? Потому что еще раньше мой друг такое сделал, и мы ездим сейчас в лес, в лесу озерцо, тоже оно заброшенное, там давно выбили всю рыбу, а друг напустил щуки, и по сей день она там ловится. Я там даже фильмы не снимаю, но щучка ловится. Вот так, чтобы не сдавать место. Вы то же самое, можете напустить щуки, щука недорогая. Размножается очень быстро. И будете ловить вы и ваши друзья. Вот такое вам, такой совет, пожелание. Так, что-то не клюет. Надо что-то менять. Если рыба-хищник такая штука, если долго не берет, пробуйте менять приманки. Так. Crazy Fish сработала. Это уже хорошо. Так, сейчас попробуем. А ну попробуем снова Манс. Манс твистерок. Вот такого плана. Это вроде бы правильно называется Манс манипулятор. Маленький твистерок. Все-таки люблю я Манс. С Мансом связано очень много удачных рыбалок у меня. Да и недорогой этот силикон, в принципе, по сравнению с другими. Так, Манс тоже не хочет. А ну моему, есть у меня вот кейтач фиолетовая. Сейчас мы его покормим и кайтечем. Такой маленький кайтеч. Не знаю, какой там он размер. Я этими названиями, размерами не заморачиваюсь. Так. Ну. Оба. Давай. На офигенно дорогой силикон. Ты должен брать. Даже если не хочешь, то должен. У него такая цена, что только показал ее, судаки должны сами запрыгивать на мостик. 1 апреля. Никому не верю. Вот судак и не хочет брать. Вообще, по моим наблюдениям, судак хорошо начинал брать по таких закрытых водоемах, как у нас, где-то с 15 апреля. С 15 апреля он уже жрал полным ходом. Брал и на силикон, и на воблера. Когда-то его здесь даже на воблера ловил, на хардкорды с полутораметровым заглублением. Но здесь были коряги, часто цеплялись. Но на воблера судачок побольше попадал.
Пободали такие 2,5-3 килограмма. Один клюнул и все. Ну. Ну, это рыбалка. Здесь мы ходим не за рыбой, а здесь мы ходим на рыбалку. Как в песне Щербаковых: поймал, отпусти, не клюет, не грусти. Что-то там такое. Вот такая получилась вымазка. Это та вымазка, которую мы химичили зимой, делали. Получился мостик 3х2. Набили 50-ку доски и получился вот такой хороший мосток. Это задумал мой друг его сделать. И делал он его под удочки. Так что без никаких здесь прибамбасов, ничего здесь нет. Он рыбачит одной удочкой. Как раз на одну удочку для одного нормально. Вон на том берегу рыбачит рыболов. Пока что не видно, чтобы он что-то там ловил. Маши привет! Как дела? Все нормально, стабильно. Рыба не берет, да? Стабильно не берет. Но было что-то? Ну, должно быть. Надеемся. Так. Не хочет брать. Попробуем вот такой crazy fish. Беленький. Такой он не белый, перламутровый. Так. Вот он название. Актив слаг какой-то. 7 сантиметров. Запах кальмара. Сейчас попробуем. Одеваем на сетничек. И вперед. Как одеть рыбку на сетник, можете посмотреть здесь. Была только что еще одна поклевка. Пока камера была выключена, судачок воспользовался моментом и клюнул. Но холостой удар был. Бросаю вот уже почти час. И вот две поклевки. Одна реализованная, самая первая. И вторая холостая. Меняю пока что силикошки. Думаю собрать спиннинг на отпадной поводок попробовать. А вдруг? Наверное, сейчас еще пару раз брошу и сделаю отводной поводок. Судак не хочет брать. Попробуем его уговорить на отводной поводок. А как сделать отводной поводок, смотрите в фильме, перейдя по этой ссылке. Так, будем пробовать ловить на отводной поводок. На отводной поводок я взял другой спиннинг. Значит, спиннинг Сент-Кройс, Сент-Круа, Легенда Элит. С тестом по приманкам от 3,5 до 10,5 грамма.
И катушечка Sustain старого образца. Ниточка Daiwa Tournament. Та же самая оранжевого цвета с разрывной нагрузкой в 10 лб. Ну что? Давай, друг. По рыбу. Может, что-то скажет нам отводной. Лучше всего отводным поводком ловить на течении, конечно. Там его сносит, он играет и привлекает хищника. Ну а тут в водоемах без течения могут быть разные проводки. Что вот так подыгрывать, как я подыгрываю. Опа, что-то вроде бы было. Грузик тянул по дну, а рыбка там играла. Их что-то непонятное. Поставил маленькую рыбку. Не отзывается судачок и на отводной. Ничего не хочет. Я уже и разные проводки пробовал. Вот тяну по дну, подтвичивая. Ноль. Просто ноль. Пробуем уже все. Пробуем еще обычный джиг. Попробовали отводной. Не хочет. Бросил я раза 5, побросал. Он, если бы захотел, то захотел. Мы его поедем на днях на другой водоем катать. Отводной. Там много окуня. Камни. Зацепы. Вот там и половим отводным. А здесь, я думаю, обычный джиг будет лучше всего. А ну пройду, сменю место, попробую. Тут у нас есть такая затока. Попробую здесь. Да-да, не-не. Если не, попробуем еще вечером, что он скажет. Может, вечером лучше будет брать. Потому что с утра, ну, с утра холодно еще. Холодно и не хочет брать. Посмотрим, что здесь скажет. Сменим место. Дождь еще больше пошел. Вот он их и не хочет на такую погоду. Выдержал я паручасовую паузу, ездил домой, потому что судак совсем не хотел брать. Вот приехал сейчас 4 часа вечера, вышло солнышко, во как светит, но поднялся очень большой ветер. Ветер такой где-то, наверное, 9 метров в секунду. Не знаю, как мы будем рыбачить, не очень комфортно, конечно, будет. Ну, будем пытаться. Будем думать, что у меня тонкая нитка. Нитка у меня 4 лб. Может, не так будет выдуваться дуга. Ну, короче, попробуем. Потому что ветер разгулялся такой не на шутку.
при таком ветре и раньше и не ездил. Но хочется все-таки попробовать вечером. Утром мы посмотрели две поклевки, одна реализованная, одна нет. И попробуем теперь вечером. О, аж волны идут у нас. Ну хорошо, начинаю я снова с мансовского силикончика. Все то же самое. Ну, давай. Ох, ох и дугу выдувает. Оп-оп-оп. Очень сильно выдувает дугу. Ветер, ох и ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Не очень комфортно, конечно. Ветер чересчур. Сейчас попробуем, наверное, поехать в другое место. Сейчас брошу пару раз. Если ничего. То надо переехать. Так, ну тут ветер тоже, конечно, присутствует, немалый, но тут поменьше, чем там, где мы были, где с утра ловили. Ну, давай будем пробовать здесь. Ну, первый заброс. Здесь хоть рыбачить можно. Какую-то проводочку делать. А то там вообще труба. Там не 9 метров, а все 20 метров в секунду. Есть такая ветка, она слабоватая будет. Вот то? Конечно, что слабоватая будет. А где тут мотоцикл? Ну, знаю, в любом магазине автомобильном есть. С собой надо иметь. Поедем спасать страждущих. Это ж надо так въехать. Говорит... Ехали через дамбу, и там колесико попало в грязь. И он решил подтолкнуть, и вот так подтолкнул. Она летела прямо с того, ну как-то ее бросило так, что она туда не влетела. Повезло, короче, повезло. Ладно, Михалыч едет спасать. Спасатели спешат на помощь. Едем вытаскивать «Жигуля».
красиво. О, вот так. Спасибо. Да ладно. Давай. О, даже трос не обморали. Так, скручу мне. Молодежь, студенты. Повезло им, конечно, что они не заехали в ставок. Там глубина 4 метра. Пришлось бы им туго. Так, ну а мы идем ловить дальше рыбку. Ну, пытаться, в крайнем случае. И снова я сменил место. Приехал почти на то же самое место, там где и рыбачил. Только я рыбачил вон на той стороне, на той вымостке. А это напротив. Ну ветер, конечно, не утихает. Шторм, это целый шторм. Ну ладно, сейчас брошу пару раз. Если ничего не будет, ну то что, увы тогда. Тогда, увы. Что еще хочется сказать? Друзья, не забываем подписываться на канал, лайкайте, делитесь с друзьями, а также подтягивайтесь в мои группы. Там временами бывает очень весело и интересно. Выкладывайте свои трофеи, не только трофеи, все, что связано с рыбалкой, отчеты с рыбалок. Пишуйте у Михалыча в руках на канале. Опа, опа, опа. Ха! Есть! Есть! Класс! Блин, ушел! Ё-моё, а был, видите? Прям. Значит, будем бросать. И клюнул на мансовский силикончик. Ну, сошел. Ну, уже надежды есть, что может будет брать. Может, надо грузика попробую, наверное, поставить потяжелее. Ну, пока что побросаем еще так. Идем дальше по берегу. Ищем, где можно побросать так бы, так, чтобы не против ветра. Помотался, покрутился, объехал вокруг водоема и снова приехал на наш мостик, который мы зимой делали. Ветер не утихает, но все равно еще немного можно побросать. Да-да, не-не. И будем ехать домой. Ух, дугу выдувает. Ну, вроде бы уже поменьше ветер. Или это мне кажется. Главное вовремя выбрать дугу, которую ветер выдувает. У меня нитка тоненькая. 4 лб. То ветер, в принципе, чтобы так сильно, то не очень и сильно ее выдувает. Но все равно выдувает, ее надо быстренько выбирать и топить в воде. А то так ваша приманка будет идти хрен знает где. Не там, где куда вы ее забрасывали. Ну что, друзья, завершил я сегодняшнюю рыбалку. Сильно здоровый ветер поднялся. С утра еще как бы как. А после обед, конечно, ну его. Ну, чересчур большой ветер.
ставили большие головки, меньшие головки. Ну, на большую головку не хочет брать, меньшая головка плохо летит, не добрасываем до рыбы. Но все же отрыбачили, ну, так сказать, начало есть. Наше задание было попробовать, начал ли уже брать судак или не начал. Значит, судак уже берет. В принципе, если одного поймал и было еще две поклевки, то значит он уже берет. Пускай настроится погода чуть-чуть, и можно его ловить. А у вас, если где уже нормально тепло, то вполне можно его уже ловить. Если на реках, где есть течение, там тем более, он уже, наверное, давно берет. Потому что на Днепре, ну, на Днепре он, в принципе, не переставал брать. А вот по таких водоемах, как у нас, где стоящее течение, то он, конечно, когда вода немного прогреется, где-то градусов 7-8 начинает брать. Так что вот так, друзья. Выезжайте, рыбачьте, проводите побольше времени на природе. Что тут еще можно добавить? Не хвоста, ни чешуи. Пока-пока.